Вот вы представляетесь банком «Русский стандарт». Как так вышло, что кредит одобрен женщине? Вам что надо? А вы кто? Что вам надо? Вы представляетесь банком «Русский стандарт». Какой банк «Русский стандарт»? Вы... Не банк. Кто вам такой сказал? Вы представляете, вот «Русский стандарт» банк. У вас вывеска. Если вас не устраивает, вы можете идти отсюда. Давайте вызовем полицию. Вызывайте. Вызываем полицию. Нет, мы здесь вызовем полицию. Александр Юрьевич, можно, пожалуйста, попросить выправить вот этого? Ну как вы это сделаете? Вот нам одобрили кредит. Вы же банк «Русский стандарт»? Нет. А нам сказали, что вы банк «Русский стандарт». Кто вам сказал? Что 250 тысяч одобрено. Кто вам сказал? Ну вы сказали, Дмитрий нам сказал, специалист. Что вот банк «Русский стандарт» одобрил кредит 250 тысяч. Приехайте, подпишите заявление. Вам одобрена заявка. У нас запись разговора телефонного есть. Мы автоматически пишем. Сейчас вы пришли, говорит, заполните анкету. Мы знаем просто, что это такое, что вам нужна предоплата. Да? Чем вас не устраивает? Предоплата нужна, вот мы сейчас заполним анкету. И прям получим 250 тысяч. Не здесь, вы пойдете в банк. А вы не банк? Нет. А зачем вы представляетесь как банк? Я не знаю, кто вам представился. Пойдем.